Евродепутат назвал новую негласную дату Brexit. Польский европарламентарий рассказал о достоверной информации относительно окончательной даты выхода Великобритании из ЕС. В Европейском Союзе решили отложить выход Великобритании до 1 января 2020 года. Об этом в среду, 30 января, польскому радио сообщил евродепутат Ришард Чарницкий. Великобритания выйдет из Евросоюза, вероятно, 1 января 2020. «Я владею такой информацией и ее делюсь с вами», — заявил Чарницкий. Он отметил, что до этого срока будут продолжаться переговоры об условиях выхода. «Я думаю, что со стороны Европейского Союза решение уже принято, и Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продолжены на 9 месяцев, то есть они продлятся до конца 2019 года», — сказал Чарницкий. Евродепутат заметил, что, хотя Великобритания формально будет членом ЕС на 3 квартала дольше, однако, британские евродепутаты не смогут участвовать в нынешних выборах в Европарламент. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.